оценили тот или иной номер. Он был достоин больших оценок. Возможно, я не могу, конечно, утверждать со 100% уверенностью, что как раз этими соображениями руководствовались Ирина с Дмитрием. Может быть, сегодня судьи будут более благосклонны к фигуристам. Молодец, девочка. Молодец. Чуть-чуть с первой поддержки поставила, да, за это немножечко закопалась. Чуть-чуть. Нет, все, Леночка, все выдержал, все очень хорошо. И все остальное? Все остальное хорошо. Не-не-не, все дотянул, все допел. Немножко раньше тебя опустили, что ли? Да, еле выдержала. Было так тяжело, что сиськи. Немножко, как будто бы ты сидит раньше, музыки чуть-чуть. Раньше, они меня быстро опустили. Но по эмоциям, по всему было очень хорошо. Молодец, очень здорово сделал две поддержки. Просто все три поддержки сделал хорошо. И на плечо сделал очень хорошо. Очень быстро опустили. Они еще сидели. Такие пары там всем накидали высокие. Могут сейчас... Ну, у нас 80 поддержек. Нет, я имею в виду, что оценки на я просто не я знаю. Вообще не вижу, куда я еду. Крест, нет, крест вытянул, молодец. Юбка мне вот сюда, вот я ничего не вижу. Не-не-не, все было четко, чисто, хорошо. Ты. Ирина Лобачева, Дмитрий Марьянов, оценки за технику. 6-0, 6-0, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 5,94 балла. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 5-9, 6-0, 5-9. Средний балл 5,96 балла. Общая сумма 11,9 балла. Татьяна Анатольевна, вы уже, наверное, догадываетесь, какой вопрос я вам сейчас задам. Даже не представляю. Ума не приложу. Неужели Диме Марьянову в этот раз не удалось поймать синюю птицу удачи? Ну, удалось, но не на 6-0 от меня. Потому что, во-первых, с первой поддержки так нескладно ставились. Не очень складно. Вот. Не учли замечания мои в прошлый раз. Движение в этом танце только все в одну сторону. И... Если в первый раз это можно было еще как-то простить, но сегодня все-таки это полуфинал. И какие-то, я думаю, что изменения пары внесли в свои программы. Они не обязательно точно такие, как они были. Движение было только так. И больше никак. Здесь они меня 3 раза просквозили. Вот. И я не видела в прошлый раз, мне так понравилось, как они вдвоем улетали. И, ну, как бы это было предопределено, и я понимала, что они сейчас улетят, если я вижу 2 петли вдвоем. Но я не видела, чтобы так конкретно Ира ему давала летательный аппарат в руки, петлю. Вот. Это как-то было сделано... художественно. А сейчас было конкретно, чтобы он не ошибся. Дима, ну, как-то мне не очень сегодня он понравился. Я иронизирую, потому что как-то мне показалось, что он не очень на коньках сегодня. Вот не так, чтобы он меня заставил отвлечься и смотреть номер. Значит, у него была или какая-то скованность, или какие-то были проблемы. Но проблемы, из которых я одну заметила, вот это было, так сказать, явно, вот это была постановка с первой поддержки. И вот это. Поэтому я поставила 5-9, 5-9. Мне это помешало поставить вторую оценку 6-0. Я на какой-то момент во время номера, если вам интересно, я чуть-чуть расскажу. С удовольствием выслушаю. Спасибо. Мне в какой-то момент, я, знаете, отвлекся. У меня после номера осталось замечательное ощущение. И я считаю, что те ошибки, я имею в виду вот, с высоты своего положения, достаточно невысокого. Я еще начинающий судья. Вот, ну, уже перехожу на следующем неделе в профессионалы. Я хочу сказать, что мне вот хватило того, что ребята делали. Я не заметил, как... Ирочка заботливо протянула Диме петлю. Мне наоборот это показалось. И явно, когда женщина мужчине с улыбкой протягивает петлю, это, по-моему, как бы знак, мол,
Понимаешь, на что я намекаю? Вот. Сама находясь в петле при этом. То есть мне очень понравилось. Очень красивая песня. Очень иногда было немножечко даже грустно в какой-то момент. Сочетание слабости и мужественности. Все это произошло. Поэтому это я и отразил в своих оценках. Они в столбике номер два. 6-0, 6-0. Спасибо большое, Иван. Светлана, вы тоже поставили ребятам высшие баллы. Прокомментируйте, пожалуйста. Действительно, мы все разные, у нас разное мнение. А вот я углядела в последнем вот этом элементе, когда петля была подана Ириной, не подана, она его призвала полететь. То есть я это расценила так. То есть это был позыв, чтобы он полетел вместе с ней. Это было мое мнение, и я посчитала, что это хороший финал. Валентин Николаевич, а как вам полет, ребят? Вы знаете, что я вот почему поставил первую оценку 5-9? На мой взгляд, ну, много времени у них ушло на то, чтобы вот работать с этой петлей. А что касается второй оценки 5-9, то, на мой взгляд, они, в общем-то, каждый катался для себя. Мало было такого общения между собой и работы на публику. Поэтому я поставил 5-9. Ну что же, ребят, полуфинал пройден. Что скажете о своем выступлении сами, Ира? Ну, мы считаем, что мы откатались в этот раз лучше, чем в прошлый раз, когда это был соревновательный такой момент. Почему мы выбрали эту программу? В прошлой программе, по-моему, получили 5-2, 5-9 за этот танец. И мы его очень хотели скатать на 6-0, на все 6-0, потому что он нам самим очень нравится, и мы его ставим с номером и Пугачева, и Фламенко, который мы откатали на все 12 баллов. Ну, так сложилось танец, то есть у каждого свое мнение. Очень жаль. Я надеюсь, что в третий раз, если мы откатаем, мы все-таки откатаем на 6-0. Да, я могу сказать, что... Да. Я могу сказать, что чисто физически для меня это самый тяжелый номер, из которых мы делали. Мы посчитали там 4 поддержки, 1 прокатка и 5. Ну, короче, для меня это самый тяжелый танец. Ну, и самый дорогой и любимый. Скажи честно, Дим, ты был готов к такому результату? Ну как? Я ко всему готов. И к радостному, и к грустному. Это тебя этот проект так воспитал? Ну конечно. Я могу показать вам штаны, вот эти вот, которые я могу их сейчас снять, не расстегивая. Не, не надо. Так сколько... А сколько ты потерял килограмм? Не знаю. Ну вот по сантиметрам, сантиметров 6. Вокруг себя, вокруг. Представляете, на каждый сантиметр по 6 сантиметров умножьте. Это от поддержек. Ира, какую главную задачу ты поставишь перед своим партнером перед финалом? Чтобы Дима смог перебороть свое волнение и все-таки откататься так, как он действительно может кататься, как он катается на тренировках. Это обалденно. Волнуюсь я только вот там перед выходом на лед. Здесь я зажимаюсь полностью и ничего не соображаю. А к новым поддержкам ты готов? А кто меня спросит, да? И это правильно. Так держать. Я вам желаю удачи в финале.